Надо сказать, что первый тайм мы продолжили нашу игру, как мы играли во второй тайме с Кубань Краснодар. Это значит, у нас не получились переходные фазы в атаку. После потери мяча мы не доступили игроков соперника. Много пространства для этих молодых ребят. И можно сказать, как молодежка Краснодара, так Спартака очень хорошо владает мячом. Индивидуальные качества очень хорошие. Честно скажу, игроки, как эти два братья Шитов а Гарасян, очень хорошие парни, да. Не помню уже имя капитана, номер 75. Отличный игрок, который умеет режировать игру, менять темпо игры, когда надо играть быстро вперед, когда надо наоборот поддержать мяч. И вы сами видели, что мы сходили в раздевалку, в тайме было 1-1, но могло быть для нас хуже, потому что там два раза наш вратарь выбронил ситуацию 1-1 с нападающим Спартака. Да. Второй тайм уже да, уже как бы чуть-чуть лучше входили в игру, уже были более агрессивни, уже более атакировали соперника с мячом, очень близко. И то, что мы хотели, вообще получилось сразу после прихвата мяча выходить вперед, и какие удары до ворот нам были нужны. Понятно, там третий гол, это отличная работа сетевой, да, который пошел до конца, не боялся, получилась там ошибка, не знал, если вратаря, либо плохая коммуникация между вратарем и защитником, но и Сыч за эту свою работу вообще получил ten третий гол. Да. Можно сказать, что было много борьбы там в штрафных, да. Я думал, что там и то счастье чуть-чуть было у нас под конец, потому что как бы был какой рикошет и мяч получился к сопернику. Там были возможности тоже до забития голу на 3-3 для Спартака, поэтому надо сказать, что 3 очка отличные для нас, супер, но нам было очень тяжело и эти молодые ребята, парни, как Шитов, Ягадасьяр, как я говорил, думаю, что может быть, что не сегодня, но але завтра можу уже показаться и в какой команде в Премьер Лиг. Не знаю, если в Спартаке. Понятно, у вас тоже хорошие игроки в первой команде. Но але это ваши как бы ребята ze Спартака. Можно же получить шанс и в первой команде, потому что я думаю, что они уже очень близко. Очень близко.